Всем привет, с вами Артур, и сегодня я вам хочу показать, как снять вот эту обшивочку. Сам промучился часа два, поэтому, чтобы ни для кого не было секрета, как ее снимать, я вам сейчас покажу. Для этого нам нужно будет открутить этот ремень, вытащить этот натяжитель, потом снять эту планку, тут есть саморезы, отпустить этот ремень, открутить эту подушку. Ну и самое паскудное, это будет вот здесь вот находится болтик. Заднюю обшивку мы сняли. Думаю, что это видео может быть кому-нибудь поможет. Если будут вопросы, пишите. С вами был Артур. Пока!